Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Мы остановились с вами на 16-й миссии. Это у нас лес. И здесь очень много костюмов. Очень много, и все нам нужно собрать. Помимо этих костюмов, нам еще нужно собирать сундучки. Ну что же, попробуем. Ага, ловушки у меня уже отмечаются, это хорошо. Так, а я, если честно, забыл, куда мы с вами должны вообще идти. Наш путь, если честно. Так, один сундучок я, смотрите, открыл. О, это у нас случайно не Зельда ли? Ха, похоже. Похоже. Куда ты побежал, котик? Ой, дурачок. Ладно, давайте массовую атаку. Жух. Так, ну что, получили шапку. Открываем сундук и бежим с вами дальше. Бежим с вами дальше. Росомаха. И плюс, я вот не могу понять, кто это такой у нас. Что-то до боли знакомое, но не могу вспомнить. А ну-ка, бам. Ну, ой-ой-ой, по-моему, сейчас мой танкуль это упадет. Нет, мы успели быстрее забомбить. Забираем, естественно, здесь все рыбки. Кстати, я забыл пробафаться. Я в данный момент иду без бафов абсолютно. Это не есть гуд. Ну что же, первая дорожка у нас довольно неплохо прошлась. И остается лишь всего лишь два сундука. Хорошо, давайте-ка мы, наверное, с вами посмотрим, что мы вообще здесь выбили. Может быть, что-нибудь полезненькое найдем. Слушай, пока ничего хорошего я для себя и для моих котят не вижу. Вообще ничего. Что ж такое-то, а? Все какое-то... Ну, вот здесь вот 23 хп. А, нашел, друзья, нашел. Ты посмотри-ка. Вот этот костюмчик вот этому котику зайдет как нельзя хорошо. А здесь... А здесь пока все вяленько. Ну что, друзья, я думаю, что пока хорошо у нас все идет. Давайте, наверное, мы с вами пробафаемся. Да? А это у нас вот здесь вот делается. Естественно, мы с вами возьмем сила умений 20%. И, как говорится, с песней. Так, они сидят. Смотрите, как они быстро покушали. Знает, что речку надо идти на бой. Кстати, у нас тут очень много персонажей. И пока еще ни одного сета мы не собрали. Поехали. Упс. Упс. Отлично. Так, дай-ка я пойду поверху. Ой-ой-ой, по-моему... А, нет, сейчас нас развернут. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Ну, пришельчик, ты готов распрощаться со своей жизнью? Ради костюмчика, представляешь, да? Лисенок теряет свою жизнь, чтобы только не дать нам костюм. Так, ладно, падаем вниз, хотя мне надо было и поверху идти. Чё-то я... Ой, ну, сглупил маленько, сглупил. Не надо мне тут никаких ловушек. Ой, подожди, друзья, что-то я, по-моему, сейчас упаду вниз, да? А, нет. Нет, все шикарно. Чё-то я, честно говоря, запутался. Так, тренер развернул нас. А это даже не тренер, я бы сказал, это, наверное, наш главнокомандующий. Так, нас здесь развернут, мы пойдем с вами наверх, а там, по-моему, у нас ключик нужен, да? Там же закрыты ворота. В общем, сейчас посмотрим. Вот ключ, кстати, вот он здесь вот наверху находится. Вопрос в другом, как мне его теперь получить? А? Ага, все, я, кажется, врубился. Сейчас нас тут разворачивают, мы с вами перепрыгиваем. Ой-ой-ой-ой-ой, ну зачем же ты так? Ой, Рэй, ты просто слишком долго времени... Теряешь вот на эти все похождения свои туда-сюда. Ну, что я могу сделать, друзья мои? Ну, немножко не допрыгнул. Бывает такое. Все, сейчас главное не сглупить, все будет хорошо. Вот, 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 вот. Что? Слушай, у нас, по-моему, нет этого костюма, да, Бэтмена? Так что давайте заодно его накажем. Ну, ага, нам еще много его придется бомбить. Так, отлично. Ну что же, сейчас мы с вами открываем дверь. В принципе, ради этого ключа мы сюда и шли. Вот так вот здесь проходим. Ловушку перепрыгиваем. Слушай, вот это точно блинч. Это блинч, друзья мои. Ну, может быть, конечно, ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях. Ну, по-моему, это он все-таки. Фух, забираем все это здесь. Что такое? Так, ну с этими ребятами тоже нам нужно подраться. Костюмчик-то все равно нам нужно. Как ни крути. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй, у них очень много здоровья, кстати. О, минус котеночек. Минус второй котенок у меня.
Минус сейчас еще и третий. Или мы успеем? Ага, вот, два костюмчика сразу с вами получили. Слушай, а меня интересует, а как дальше-то нам быть? Как нам, например, вот здесь вот? Как вот этих вот, например, бомбануть? Вас это не смущает, а? Меня так лично очень смущает. В общем, нам нужно с вами, опять же, получить костюм Бэтмена, да? И, секунду, мы с вами все-таки пару костюмов открыли, да? Сетов. Ага. Давай заценим. Давай заценим. Ничего хорошего нету. Здесь. И здесь, по ходу дела, тоже ничего хорошего для нас нету. Грустно это осознавать, но ничего не поделаешь. Будем дальше проходить. Будем дальше проходить, бомбить и зарабатывать шмотки. Мерить, одевать и, конечно же, врага нашего побеждать. Я немножко по-другому пойду. Я пойду, как всегда, поверху. Потому что нам нужен тот Бэтмен. По-моему, нам еще нужен вот этот Тахламон, если я не ошибаюсь. Он же нам нужен, по-моему, да. Он нам нужен. Мы у него шлем, по-моему, не забрали. Так что пускай делится. Ну, падай. Вот, теперь фулл сет. Теперь я сюда больше с ним драться не буду. Мы его будем просто-напросто перепрыгивать с вами. Да иди ты со своими ловушками. Я уже изучил все. Все, точнее, не изучил, друзья. Конечно же, мне их показывают, где они находятся. Ну что, готов поделиться шмотками, дружище? Даже если ты не готов, я у тебя все равно отберу. Вот так-то это все делается. Ну что же, погнали, открываем с вами двери. У нас там еще, кстати, драка с Блинчем предстоит. Ну, я его так назвал, Блинч. На самом деле, может быть, это и не Блинч. Но он похож уж очень сильно. Так, бомбим. Ну, шикарно. По-моему, фулл сет, если я не ошибаюсь. Так, с этими драться не надо. А у меня другого варианта нету. Выбора-то нет, все равно придется мне через них не перепрыгнуть. Вот так, друзья мои. Не перепрыгнуть. Даже если бы я не хотел, все равно мне пришлось. Ну, в любом случае, теперь наверх, по-моему, мне даже и не нужно забираться. Потому что тут мы с вами все уже урвали, что могли. Остается только лишь вот где они тут. Вот с этими как-то подраться. И как-то мы с вами попадали к бойцу Зельда. Ну, якобы Зельда, да? А ну-ка, дай-ка я посмотрю. Дай-ка я посмотрю сет. Ага, здесь у нас фулочка. Ох ты, смотри, как хорошо. Смотри-ка, как хорошо. Давай-ка танкули, наверное, оденем. А? Тут у нас что? А тут у нас ничегошеньки хорошего нету, да? У Бэтмена, по-моему... Ну, он дает, короче, хпшку прибавляет. Но это ерунда, на самом деле. Здесь скорость. Но зато атаку уменьшает. Не годится. В общем, короче, мне нужно еще раз, два, три, четыре, пять. Пять персонажей. Слушай, я их там что-то, по-моему, и не видел. Пяти-то персонажей. Нет, Зельду, да, где-то она шоркается там. Только вот где... Так, здесь вот мы с вами... Вот наверх нам уже не нужно. Нам надо вот здесь как-то бомбить. Как-то вот с этими ребятами расправляться. Тут, кстати, смотри-ка, тоже дверь. Если я возьму этот ключ, буду падать сюда. Ох, елки ты палки, вот это они замудрили-то тут. Вот это они замудрили, друзья мои, смотрите. Сейчас посмотрим. Я прохожу сюда, да? Перелетаем сюда. Котик меня этот отвлекает. Вот у нас Зельда, да? А вот как внизу-то тогда быть? Вот с этими, например. Ну куда ж ты бросил-то, господи, котенок, Бэтмен. Все равно еще не фулл сет. Вот, предположим, нас развернули. Мы идем с вами обратно. Телепорт. И куда мы? Не, друзья, это какой-то бред. Это какой-то бред. А как же мне тогда завершить наш вот этот поход полностью? Неужели мне придется брать... Угу, получается, да. Мне придется брать такую штуку, чтобы я смог падать.
да, через вот эти препятствия. Другого варианта я не вижу. Да господи ты! Вот надо было тебе, а, сунуться. Прям вот под руку мне лезет. Сам виноват. Я не хотел его трогать, серьезно говорю. Ой, это я уже начинаю дурковать. Это я уже начинаю дурковать. Открываем. Какой открываем? Ну, этого Бэтмена я тоже трогать не буду, потому что он мне уже и не нужен вовсе. Так, перепрыгнем сейчас его. Там у нас двери. Слушай, ну это бред, друзья мои, бред. Вот куда нам нужно с вами на самом... Так, подожди-ка. Если я сейчас попаду в портал, портал меня выкинет, по-моему, в тупик. Он меня выкинет, да? Ну-ка, подожди секунду. Вот где? Вот, вот он, портал, он нас перенесет сюда. Перенесет сюда. Ну ладно, посмотрим. Сундук этот еще нужно мне как-то будет подобрать. Вот он меня перебросил, да? Вот здесь я перепрыгиваю. Блин. Да, да, да. Опять мне с этими фуфайщиками драться. Ладно, тут понятно, меня подбили. Столько драк, как говорится, прошло. Через мои маленькие ручонки. Через лапки этих котят. Ну, ничего не поделаешь. Тут победушка будет за мной, конечно же, но... Она мне здесь и не нужна. Мне все равно придется переигрывать. Значит так, для того, чтобы я смог просачиваться, да, через вот эти вот препятствия, что мне нужно? Мне нужно взять лапку, если я не ошибаюсь. По-моему, лапку. Ведь лапку же нужно брать. Я сейчас посмотрю, что мне нужно взять. А, глаз. Глаз мне нужно взять. Значит, глаз мы возьмем вместо... Вместо лапки? Да? Вместо лапки, да. Глаз вместо лапки. Давай, давай. Вот сюда. Ну, что, была не была, поехали. Тут очень опасно, тут можно упасть. И два сундука этих нужно мне еще забрать. Хочешь этого или не хочешь. Ух, с богом, погнали. Ну, это все понятно, здесь перепрыгиваем, здесь без проблем. Вот здесь вот я могу перепрыгнуть этот портал? Смог. Погоди, погоди, я... А, мне надо было... Господи. Ладно, сейчас нас развернут. И нас бросят в портал. Так, этот портал... А куда он меня отправит? Сейчас посмотрим. Он наверх меня, да? Быстренько телепортнет. А там уже посмотрим, куда. Ага, вот таким вот образом, да, значит, я сюда попадаю. А вот и два голубчика, которые мне нужны. Ну, вроде бы пока все довольно легко и просто. Капканом, да? Но нам придется все равно с ними еще драться. Сами понимаете, да? Костюм еще не собрат. Вот здесь, по-моему, фулл сет. Ладно, тихо. Ой, ой-ой-ой-ой, это же, друзья мои, ловушка была. Короче, все прекрасно ясно, кроме одного. Где мне брать еще один сундук? Я вроде бы как врубился, да? Но сундука-то нету. А как же мне тогда быть? Хм. Мы хотя бы сможем с вами хоть одного лисенка-то бомбануть? Вот этого хотя бы. Но есть. Где вот этот сундук мне взять? Погоди-ка. Ладно, если что, друзья, мы потом посмотрим по этому. По карте. Но удивительно то, что я его даже и не видел. Даже и не видел. Где он? Где этот сундук? А, все. Все, 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 все. Я понял, вот здесь. Ничего себе, это мне придется какие манипуляции делать. О, друзья мои. Ой-ой-ой-ой. Вы, надеюсь, поняли, да, что мне придется делать? Мне надо будет сбегать наверх, забрать ключ, который наверху находится там, чтобы открыть двери. После этого только лишь... Ой. Так, а вот теперь у нас фуллсет. До этого был не фуллсет, оказывается, да? Ну что, барышни, давайте подеремся. А что тут драться, друзья? Ну, бесполезняк. Тут бесполезно драться, потому что у меня очень мало здоровья. И что я тут сделаю? Ну, если только кого-нибудь нахлобучим. Нас нахлобучили.
Да-да-да, заново. Заново. Перепрыгиваем. Да чтоб тебя, ну что ты. У нас с вами просто-напросто закончился баф. Вот и все дела. Смотрите, короче, что я имел в виду. Нам нужно будет идти наверх за ключом. Так, главное тут не попасть. Да чтоб тебе, ну как ты лезешь-то? Еще так смена экрана бесявая. Раздражает просто. Ладно, мы его нахлобучим, этого олуха. Короче, смотри, мне нужно пойти наверх. Взять этот ключ. Но не для вот этой двери. А может быть даже для этой? Нет, не для этой. Для двери, которая будет внизу. Смотри, как это делается. Мы забрали. Мы падаем с вами вниз. Мы попадаем в телепорт. По-моему, так же это все будет, да, выглядеть. Вот, мы с вами в телепорт. И вот здесь где-то дверь. Вот она, вот. Вот сейчас я заберу этот сундук, чтобы потом уже не париться. Какая-то видеокассета. Зачем мне видеокассета? Друзья мои, зачем мне видеокассета, а? Вот куда? Вот эти вот пасхалки, анчивки, фигивки, или как там звать? Я в них путаюсь. Я не знаю, куда мне эта видеокассета. Для какого сета она вообще предназначена? Для какого? Кто-нибудь знает из вас? Я не знаю лично. Ну отдайте мне костюм. Отдай костюм, тебе говорю. Что это он? Остолбенел? Смотри-ка, друзья, остолбенел. Ну и, ну с этими, я все время забыл, почему мне эта ловушка не показывается, а? Вот с этими барышнями нужно подраться еще, это вот последние, с кем нужно подраться для того, чтобы получить ну, костюмы. И почему-то у меня не хватает здоровья. Заново, заново. Ну все, 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 друзья, последние бои. Последние у нас бои с вами тут сейчас будут происходить. Все, сейчас мы, ой-ой-ой, что я тут, что я делаю, а? Да куда? Ай-яй-яй-яй, сам себе, как говорится, подгадил. Давай, прыгаем сюда. Жух. Ну, придется драться, куда деваться? Придется с ними драться. Давай еще. Ну давай, 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 давай. Да что, да что же вы такие ватненькие котики? Я не понимаю этого. Ну, наконец-то хоть одного накрыли. Давай, 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 расстреливаем. Все. И вот самое главное, это подраться. Подраться вот с этими барышнями. Вы понимаете, что это бесполезно. Опять нас двое, и опять я тут ничего не смогу сделать. Ой, грустно это осознавать. Очень грустно, друзья мои. Ну и что? Ну. Сейчас у него кончится вот этот вот неуязвимость, да? И все, и меня завалят. Блин, вот это я встрял. Вот это я встрял. Не могу пройти, и все, и хоть ты тут тресни. Слушай, мы же забыли с вами, у нас же тренировка еще есть. Ёлки-палки, я совсем про это забыл дело, а. Тренировка, как говорится, всему голова. Эть, ага. Так и прям получилось у меня перепрыгнуть. Прям аж мечтатель по перепрыгиванию. Ну, ну нахлобучивайте. Нам нужно... Вот. Вот. Ну, здоровье, опять же... Да ёпрасоте, ну я забываю вот про эту вот фигню, которая тут появляется. Я забываю про нее. Ну вот, давайте с ними драться. Все, хорош, нахлобучиваем. Ты будешь нахлобучивать? Или нет? Опять он у меня один остался, а? Ну давай хотя бы получим от нее шмотку. Сможешь сделать это, котик? Вот все. По-моему, сет. Остается вот эта горлопанка. У нее 1000 хп. 1000, ты понимаешь? 1000. Нужен баф, короче. Без бафа я не могу играть. Мне же прям до трясучки, друзья мои. До трясучки без бафа я не буду и не хочу. Купить, конечно, купить. И заодно посмотрим костюмы. Ага. Смотрим. Фигня, да, полная? И тут тоже ерунда. А этот? Ага. Вот это хорошо. Вот сюда вот я возьму. Ух ты, ты посмотри-ка. Нашему морячку это пойдет. Здесь что? Ёлки ты палки. Шапка для танка. Для танка, да? Именно для танка. Так вот.
Вот оружие, конечно, у нас с вами слабенькое. В общем, смотри. Погоди-ка. Я с этими-то дерусь. Ха, смотри, в чем прикол? Где вот этот персонаж? А, ну это, которую я не могу подбить, она вот рядышком с ним. А Зельдушка-то где у нас? Я Зельду-то потерял. Погоди-ка секунду, а куда у нас действительно Зельда-то делась там? Так. Зельда? Алло, ты куда спряталась у меня? Что-то я не понял. Зельда. Как мне ее найти-то? Так, ну это понятно. Вон, Зельда наверху. Слушай, а как мне туда попасть-то? Что-то я совсем запамятовал, друзья. Как мне попасть к Зельде? Ну. Отлично. Так. Нет, я уже помню. Ну что, надо вот этих вот охламонок нам как-то подбить. Я не знаю, как это сделать. Твою же маковку, а. И мне нужна именно вот та вот белобрысая. Вот этот вот мне не нужен, лисенок. Мне нужна именно та, которая вдалеке стоит. У нее за 1000 хп, ты представляешь? За 1000. Ну это нереал. Это нереально. У меня баф кончился, естественно, меня убивает. Как быть? Как вообще быть? Опять про тренировки забыл, господи. А, ну Зельду я, кажется, понял, как ловить. Все, я прозрел насчет Зельды. Насчет Зельдочки я все усек, все понял. Но опять у меня котенок погиб. Да чтоб тебя, а? Ну как такое может быть? Нас трое. Чё я делаю сейчас? Господи, все, друзья, это уже называется спекся парень. Спекся парнишка. Короче, да, я пойду эту Зельду все-таки, наверное, истреблю. Для того, чтобы истребить Зельду, мне нужно... Что мне нужно? Мне нужно убрать глаз вот этот вот. Мне нужно убрать этот глаз и поставить... Что поставить-то? Ну, давай поставим, например... А, мне нужна лапка, да? Давай лапку возьмем. Все, короче, идем с вами, подбиваем Зельду. Потом, естественно, шмотку опять меняем с вами, да? И уже идем на тех двух лисят. Так... Здесь мы перепрыгиваем. Жик. И вот здесь вот где-то ждет наш... Вон она, эта Зельда. Фигельда. Да. Стоит и улыбится. Думает, что ей ничего не будет. Как же не будет? Все тебе будет. Ну вот, фулл сет. Так, теперь что нам нужно сделать? Да можно, в принципе, Нет, не провалюсь я никак в эту бездну. К сожалению, да? Ну, хотелось бы. Мне хотелось бы провалиться. Ну что, потому что мне сейчас очень долго бежать. Я вообще для чего это все сделал? Для того, чтобы получить костюм Зельды полностью. Фул. Больше тут... Вот, я сейчас сюда вот упаду. Ай, тут дерево, которое меня разворачивает. Ну, ё-моё, ну... Издевается над дядюшкой Рэем. Как хотят. Как хотят и как могут. Да. Можно, конечно, в ловушки в эти попадать. Но я не хочу. Я не хочу попадать в ловушки. Да что ж ты будешь делать-то? Опять я сюда пришел. Для чего? Зачем? Почему? Чтобы взять ключ. Ну, возьму я этот ключ. Там мне предстоит опять драка, которая мне не нужна. Ай, ладно. Другого варианта все равно нету. Может быть, вырежу потом, друзья мои, вот этот вот беспонтовый поход, который туда-сюда меня заставляет ходить. Ну что, я сейчас буду драться, опять же. Нам это нужно? Я думаю, что нет. Я перепрыгну его. К ядрене фене, вот так вот. Фух, а вот этих уже не перепрыгнешь, к сожалению. Ладно. По крайней мере, с них хотя бы монетки дают. А монетки нам, естественно, нужны. Ну,
Нахлобучили, все. Adios, amigo. Ну и, конечно же, рыбки, которые нам нужны для прокачки наших котиков, чтобы они становились сильнее, мощнее. Вот. Вот жалко, что здесь нельзя, оп, так резко обо что-нибудь удариться, развернуться и подойти к ним и наковырять прямо из-под тишка сзади. Так, далее. В общем, берем с вами этот. Ну-ка, посмотрим, кстати. Ага, ага. Фигня, на самом деле. Обрадовался. Ну что, глаз? Где этот глаз? Вот он. Берем глаз. И все, друзья, я надеюсь, на этот раз у нас будет последний заход. Я все-таки смогу забрать эти шмотки у них. Если бы вот не предстоящая там драка, которая вот до них идет, да? Вообще было бы шикарно все, на самом деле. Просто в том бою у нас очень много здоровья уходит. Уходит именно вот на эту драку, которая бесполезная. Ну вот смотри, ну зачем она вот нам? Не хотелось бы абсолютно драться с ними. Вообще. Для чего это нам нужно все? Ну, ну да вы... Так. Хоть одного котенка, но все равно они подбивают мне. Как они мне разор... Ну, это уже, друзья, расслабился. Это уже называется все. Да, конечно, перепрыгивать. Знаете, что я, кстати, подумал? А, мне все равно нужен портал. Мне этот портал нужен. Да как меня бесит эта лиса, которая вот просто бегает. Если бы она не бегала бы, я бы давно бы уже бы белобрысу эту накатил бы. Все. Как только у меня... Короче, я беру другие бафы. Нафиг, нафиг с такими бафами. Так, что нам с вами не нужно? Мне нужен телепорт. Вот это вот... Короче, ловушки, блин. Перепрыгивать через эти ловушки. Вот это вот, может быть, убрать. Эх, я даже не знаю, а, друзья, ну что же будешь делать? Ну, давай возьмем, наверное, вот так вот. И возьмем, наверное, мы с вами вот так. Что скажешь? Да, если сейчас меня подобьют, это будет жесть. Это будет трэш просто-напросто. Я уже не знаю, какие бафы взять. Естественно, мне нужно сходить еще опять в столовку. Опять же, немножко под... ну, подожди, подкрепимся попозже немножко. Давай-ка на тренировку зайдем. У нас уже, наверное, тут с вами. Видите? Видите, сколько накопилось? Так. Вот так. Ну, а этим надо, конечно же, на силу атаки и ХП, да? Сила атаки и ХП. Ну, как-то вот так вот. Фух. Ну что, теперь перекус. Купить. Ну, друзья мои, была не была. Если я сейчас начну попадаться на эти ловушки... Мы туда дойдем с минимальным количеством здоровья. Реагируем. Угу. Уже попался. Раздражает. Понимаешь? Понимаешь, раздражает это очень сильно. Где-то здесь, по-моему, ловушка будет, да? Нет? Ну ладно, поехали. Сейчас заодно посмотрим, насколько хороши у нас вот эти вот новые бафы. Бафы, которые я взял. Нифига не хорошие, друзья. Нифига. Я же помню, вот она. Ага. Слушай, хорошечно, идем. Посмотрим, друзья, что у нас из этого получится. Да ну. Как же ты меня раздражаешь. Да как ты меня раздражаешь, ну гос. Я не могу, друзья, пробить ее. Понимаешь, я не могу ее пробить. Вроде все, всего хватает. Силенок, этот. Ну, не могу пробить и все ты тут. Хоть ты тут тресни. Все, видите, кончается неуязвимость, и, соответственно, меня сносят. У него 172 к атаке идет. 172 к атаке. Мя-мя-мя-мя. Не нервируй меня, мя-мяю. Придется брать все-таки вот эту штуку. Придется брать. Почему? Потому что, ну, никак по-другому. И что еще? Вот это, что ли, взять мне? Кстати, сколько у нас? Три, да? Три бафа. А телепорта у нас тоже три.
этого. Да, в принципе, всего хватает. Всего, друзья, хватает. Ладно. Ладно, погнали. Единственное, что телепорт, он действует только на одного персонажа. А вот этот вот черепундель, он на всех действует, да? То есть мы как бы запускаем с вами волну, и она пролетает через всех. Главное не бафать все, не бафать, не использовать все сразу. И все будет хорошо у нас. Сейчас, все, друзья, я надеюсь, это у нас предпоследняя заходка. Потому что нам как минимум два раза придется с ними драться. Хочешь ты этого или нет? Хочешь ты этого или нет? Если бы не вот эти вот паршивцы, которые вот тут вот стоят и с которыми просто приходится драться. Понимаешь? Ну, так, минус один. Этого бомбанем или нет? Ну, хорошо. У него 18 здоровья. Это у нашего-то танкули 18 здоровья. Мало. Мало этого будет. И вот не охламонки. Давай, сразу хопс. Сразу, друзья, применяем все, что только у нас есть, все, что нету. Давай. Ну. Ага, минус одна. Блин. Друзья, ну здесь уже как-то получше. Очень хорошечно. Сейчас что-то получим от нее. Нам с ней придется аж три раза драться. А почему три? Потому что сейчас мы получили только лишь парик, верно? У нее есть оружие. То есть у нее есть оружие, у нее есть... куртка. Ладно. Нас, как говорится, этим не запугаешь. Битва так битва. Битва титанов, елки-палки. Ну, с этими ханориками нужно как можно быстрее разобраться. И все будет хорошо. Еще волну. Дюх. Давай, друзья, расколбашиваем его. Нормуль. Вот, теперь, кстати, здоровится даже побольше будет. Теперь будет даже побольше здоровья. Сразу же нахлобучим, сразу же и порталы, все, что у нас есть, мы сразу с вами активируем. Все, просто вот моментально это надо действовать. Ну, отлично. Вот совсем. Ну что же, я хочу вам сказать одно. Нам еще один разочек пройтись, забрать у нее, по-моему, там куртка осталась, да, и все. И все, и этот уровень пройден. Очень жесткий уровень, но он будет пройден. Фух. Надеюсь, друзья мои, я вас этим самым не утомляю. Ну, такова игра. Я же не могу ничего здесь изменить. Ага. Давай. Главное, чтобы выжили у меня как можно больше котиков. Тогда все будет хорошо. Фух. Слушай, ну у меня очень мало бафов. Точнее, почему я их называю бафы? Это не бафы, это спецприемы. Мне их очень мало. Ай-я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 й. Зыгунгарунзэй, руганзэй. Да, понятно все. Все понятно, что еще придется мне делать один заход. Ой, жалко котика. А он старался, он пытался, но видите, подвели нас. Вот эти вот скиллы. Слушай, это самый долгий уровень, по-моему, который я прохожу. Самый долгий из всех остальных. Все остальные как-то, ну, проходятся на одном дыхании практически. А здесь именно из-за того, что я не могу справиться. Именно не хватает у меня мощей. Вот и все. Вот так вот, друзья мои. И никакого, как говорится, волшебного. Да что ты, он опять мне снес кота. Как? Давай. Ну, не так, друзья, не годится. Не годится. Твои слова водится. Та-ри-та-та-та-та-да. Ну и что? Ну на, получи. Давай, применим. Попробуем. Еще портал. Ну, портала больше нет у меня. Так, ну эту мы шваркнем. Так, вот у нас остается одна. Одна вот эта вот охлама. Она зависла. Фух, игровой баг мне в помощь, друзья мои. Да. Ну вот, все, фулл сет. По-моему, этот уровень я наконец-то прошел. Утомительный. Но я его, да, друзья, я прошел. Ух. Хоть дайте глянуть, что у нас тут-то хоть происходит. Тут нормуль. Какие-то пиратики. По-моему, это из Властелин колец, если не ошибаюсь. 4 сундучка. И здесь нужна будет лапка. Здесь нужна будет нам лапка. Так. Ну-ка. Так, есть куда поставить. А, подожди, это же... А, ну да.
Вот, вот так вот. Отлично. Хорошо, прекрасно все. Ну, что же, нужна лапка, да, там была. Вместо глаза нужно поставить лапку. Вот так вот мы с вами сделаем. Ну что, давайте, друзья, посмотрим, что же здесь такого хорошего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подожди-ка, четыре. Так, восемь. Десять. Десять кошек. Ой, десять лисят здесь будет, да, значит? Так, ладно, давай. Что я сейчас сделал? Зачем я, перепрыгнул? А, нет, все, я подхватил. Куда ты? Ничего себе тут. Друзья мои, вот это да, вот тут. Пробежимся пока просто так. Просто на одном дыхании прошел карту, естественно, заново. Ой, у меня баф сейчас закончится. У меня сейчас закончится баф, кстати. Будем просто идти с вами по прямохонькой. Это не первые архаровцы, которые нас встречают. Естественно, нам нужно с ними разобраться в обязательном порядке. Ну, ага. А кто это такой вообще? Что это за костюм? Я думал, это Бэтмен. Ну, вроде как Бэтмена мы с вами уже нашли костюм. Это не до Бэтмен какой-то. Это что за... Что это за орлики? Что это за... Это тут особенно. Сними парик и не позорься, господи. Ладно, давай еще попробуем так сделать. Ага. Нормуль. С этими как-то очень легко даже у нас получилось справиться. Бежим. Хм, погоди-ка секунду. Мы вначале сделаем с вами такую вещь. Соберем все фулсеты, которые находятся у нас в низине, да? Потом там, конечно же, нам придется прыгать. По-моему, я чего-то не взял. Я не активировал. Ладно, фиг с ним. Пока мне это и не нужно. Сейчас мы этих орлов нахлобучим с вами. Давай. Ну? Фул... Нет, не фулсет, да? Нет, еще пока не фул... Че я сделал? Ой-ой-ой-ой-ой. Это ж надо так было тупануть. Ладно, давай еще разок. Вот, мы активировали с вами. То есть мы можем с вами пойти вот сюда вот, поверху. Но я пока не пойду туда, потому что мне вот с этими охламонами еще нужно разобраться. И я с ними обязательно разберусь. И я с ними в обязательном порядке должен разобраться. Давай. Тюш. Кстати, мы с вами без бафа ходим, да? Ага, тут у нас все. Вот с этими ребятами можем уже не драться. Но этого никак не избежать. Вот с этими орлами, да? Теперь предстоит драка. С этими орлами у нас предстоит драка. Сейчас мы их тут немножечко поднахлобучим. Фулл сет вроде бы, или не фулл сет, нет. Нам не хватает, по-моему, оружия какого-то. Шпаги или что там у него. То есть еще раз нам придется здесь понизу бродить. Ладно, не беда. Сделаем последнюю заходку понизу, да? А уже дальше будем как-то там по верхам путешествовать с вами. Давай мы это с вами все замутим. Самое удивительное, что там еще где-то у нас должны быть сундуки. Ай-яй-яй, а вот здесь вот... Ну ладно, давай подеремся. Ну, пришлось, друзья, так сделать. Бывает. Ну что ты, хламон. Сейчас мы тебя нахлобучим. Есть. Паршивчик отдыхает. Ну, где там эти? Вот они. Давайте по заходочке по одной буквально сделаем. А вот нам потом как-то надо будет наверх идти. Смотри-ка, там тоже вон персонажики стоят. Очень забавно, очень забавно. Так, вот здесь фулл сет. И тут тоже фулл сет, все. С этими орлами мы разобрались. То есть их можно уже не беспокоить. Так, у нас с вами закончился, насколько я понял, баф, да? Поэтому нам нужно сходить и немножечко перекусить. Вот таким вот делом мы с вами занимаемся. Ну что же, погнали дальше. Надо было, конечно, зайти в магазин, посмотреть, что у нас там за одежда. Ладно, фиг с ним. Некогда этим пока заниматься. Все, теперь мы с вами идем поверху. Поверху. Ага. Так, подожди-ка, я ничего не... Нет, по-моему, все хорошо, все отлично. С этими орлами разбираемся, да? Забираем тот сундук. А вот дальше будет интересно. Дальше будет очень интересно, потому что я ума не приложу, куда мне надо будет идти. Представляешь? Слушай, а эти ребята случайно не из Текена? Не на них отсылка? Курьюи, как там величать-то, я уже забыл. Курьюи. Курай, Куруи. В общем, вы поняли, да? Два брата там, акробата. Так, ну что же, повторяем тот же самый круг. Тот же самый абсолютно круг, потому что нам нужны ихние шмотки.
Нам нужны их не костюмы. Самое удивительное, как я должен получить вот те, которые наверху. Не могу допетрить, хоть ты тут что делай. Тут нет таких препятствий, которые бы меня развернули, и я бы пошел в обратном направлении. Вот что я тебе хотел сказать. Согласись, это очень странно. Ладно, нам придется с вами что-то искать, высматривать, выискивать, вынюхивать. По-моему, еще, да, придется с ними драться. Ну, вот смотри, вот, например, оп. А как быть-то тогда? Значит, там где-то есть, судя по всему, прыжок, который я прозевакал. Я сейчас, кстати, попробую его найти. Если... А, все, друзья, я, кажется, понял. Нам не нужно брать тотем. Нам с вами не нужно брать тотем. И тогда нас с вами... Ай, драка, не хочу драться с ними. Эть, а придется. Не хочешь, парень, а придется, они сказали. Ладно, ну... Друзья мои, я просто, знаешь, не надо было тотем. Через тотем перепрыгиваем с вами, да? И мы врезаемся в дверь, и нас с вами направляет совсем в другую сторону. Я буду прыгать вниз. Специально, друзья, сделал так. Слушай, хотел посмотреть, у нас с вами костюмы вот от этих парнишек полностью взяты или нет? Ну, фулл сет или нет? Потому что если не фулл сет, нам придется с вами вернуться и драться с ними. Ох ты, смотри, какая куртяшечка классная. Вот сюда. Здесь у нас что? Здесь у нас ерунда какая-то, да? Так, фулл сет, друзья, с ними можно не драться. Все, я понял. Давай приценимся. Ерундистика. Опачки, а эта куртка еще круче. Ну, она пойдет у меня вот сюда. Так, вроде бы зашибательски все, да? Больше нам от этих костюмов ничего... А, нет, смотри-ка. Давай-ка вот сюда вот. Ай, классно. Так, а у тебя-то что? Волосатик, что у тебя тут такого классного? Скорость, да? Мы теряем скорость, но прибавляем... Но прибавляем к ХП. Всего лишь 6. Ах, была не была. Я возьму его парик. Ну что, поехали. 17 уровень. Не такой уж, в принципе, и сложный. И теперь нам не нужно, по крайней мере, вот сюда идти. Вот сюда нам не надо ходить. Нам надо быть в другом направлении. Поэтому сейчас будем с вами очень хитро поступать. Смотри. Понял, да? Мы перепрыгнули с вами вот этот портал. Здесь нас разворачивают. Смотри, хоп. Дальше мы запрыгиваем сюда, вот наверх. Вот для чего нам нужен был... Так, подожди, я здесь не упаду. Развернут? Ага, развернули. И вот у нас новые аглоеды. Пиратики какие-то. А, какие пиратики? Это морячки. Конечно же, это морячки. Какие могут быть пиратики еще, елки-палки? Ну. Так, отлично. Костюмчик, фуражку, все это мы забрали. Вот еще новые орлы. Точно, друзья мои, это из Текена. Я просто узнал вот этого вот по гребню. Помните, киборг там был? Не помню, как его увеличать. Но он там был, в Текене. Вот он, у него именно вот этот вот гребень был. Да-да-да, меня-то фиг так замудришь. Я все прекрасно помню, всех бойцов. Я, может быть, не могу запомнить, как их увеличать по именам, да? Но то, что они там есть, это я уж точно знаю. Ух, топорик. Топорик. Такой топор, знаете, как будто вот... Для пожарных. Ну что же, в общем, вы поняли тактику, да? Здесь главное, вот здесь главное тотем случайно не активировать, а то будет тебе счастье. Ну и повторение мать учения, как говорится, мы с вами идем по тому же самому пути, бьем тех же самых персонажей, и забираем шмотки. Так, я думаю, что у этих орлов нам нужно еще. Ну, я не знаю, у одного забрать кепку, это однозначно, а у другого забрать костюм. Меня не обманешь, я помню все это прекрасно. Ага. Так, фулл сет. Ага, тут, смотри-ка, тут еще не добрали мы кое-что с вами, ладно. Ну и с этими орликами деремся. Короче, вот эти вот 4 последних персонажа, которые нам нужны, да ведь? Да, именно они. По-моему, тут больше никого нету, ведь так ведь? Фулл сет вроде бы, да? Или я путаю? Или я путаю? Да нет, ничего не путаю, все хорошо. Идем сюда. Рыбок очень много здесь. Даже вот так вот будет лучше, хотя через верх было бы пошикарнее идти. Ну что же, еще последняя, друзья, заходочка. Последняя заходочка, которая нам нужна будет. Чтобы уже... Фух. Когда прыгаю, я прям вот сердце замирает. Думаю, вот не дай боже, сейчас активируется этот. И нам придется с вами еще тут выкаблучиться. Но нет, все у нас хорошо идет. И мы с вами забираем очень много красных рыбок. Я так понимаю, зеленая рыбка — это лучшая рыбка, да? Именно по прибавке.
Вот так. Ну что ж, придется драться еще, потому что, ну, буквально тут не хватает нам одной штуки. Я даже не знаю, там какого-то, может быть, оружия. Там что у него там в руке за зеленые? Банкнотка, что ли, или что он там держит? Все, вот теперь фулл сет, друзья мои. Фулл сет, то есть я с этими ребятами больше не сталкиваюсь и надеюсь. И надеюсь, и с теми, по-моему, да, не сталкиваемся. Или там что-то все-таки нам нужно. Вот у этих орлов нам тоже что-то нужно забрать. Не помню. Не помню, хоть убей. Ну, я знаю точно, что это последняя наша драка с ними. Да, последняя драка, и здесь мы прошли с вами уровень. Пройден будет. Вот я теперь понимаю, вот этот тут уровень легкий. Потому что, по крайней мере, я с ними мог справиться. Ай, надо было тех рыбок взять. Я с ними смог справиться. Тут как бы по хпшкам все справедливо, да? Фух, ну-ка, друзья, давай заценим. Ну да, вот о чем я вам говорил. То есть мы с вами остановились на 18 уровне, который мы уже будем проходить в следующей серии. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.